На пресс-конференции руководитель областного управления ГИБДД Михаил Ясаков коротко рассказал журналистам о ситуации на дорогах Рязанской области за первый квартал этого года. В частности, Ясаков сообщил, что за последние три месяца прирост транспортных средств в нашем регионе составил почти 11 тысяч машин, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А также о том, что в этом году дорожные видеокамеры помогли выявить около 8,5 тысяч нарушений, и поэтому практика их установки будет продолжаться и далее. Не оставил начальник управления без внимания и тему пьянства за рулем. По его словам, в этом квартале аварий, совершенных нетрезвыми водителями, стало на 23% меньше. Прокомментировал Ясаков и ситуацию на дороге в поселке Соколовка, где в прошлом году установили платный переезд. Я думаю, что был платный, так и останется. Потому что вложены деньги, определили, это инвесторы вложили, и они должны это деньги вернуть. Безусловно, будет все платно. Все скоро будет все платное. Что же касается положенной по закону бесплатной альтернативной дороги, то здесь Михаил Ясаков дал понять, ждать ее не приходится. «Ездил я, — сказал главный дорожный инспектор региона, — по московским платным шоссе, по воронежским. Нет нигде никакой альтернативы. Вот так».